На погашение кредитов социально уязвимых слоев населения государством предусмотрено 105 миллиардов тенге. Сегодня в пресс-центре правительства члены правительства также делали разъяснение указа президента о снижении долговой нагрузки казахстанцев. Согласно информации, 88 миллиардов и 105 миллиардов тенге будут выделены из республиканского бюджета, 17 миллиардов будет привлечено путем выпуска специальных облигаций из фонда проблемных кредитов. Размер более 86% кредитов составляет менее же 1 миллион тенге. Средний размер задолженности это около 300 тысяч тенге. Согласно же указа, будет погашена часть их долга в размере 300 тысяч тенге, что станет существенной поддержкой им в восстановлении своей платежеспособности и снижении долговой нагрузки. Для всех граждан, имеющих беззалоговые потребительские займы в банках и микрофинансовых организациях, будет проведено списание начисленных штрафов и пени по состоянию на 1 июля 2019 года. В настоящее время же в стране зарегистрировано 933 тысячи граждан с низким уровнем жизни, из них только около 500 тысяч имеют долговую нагрузку. За счет государства будут возмещены долги граждан, входящих в социально уязвимую группу, в размере 300 тысяч тенге. Сюда входит и кредитная основа, вознаграждения и штрафы. В целом, потребительский кредит имеют 5 миллионов человек. Долговая нагрузка всех будет возмещена.